назад на берегах Волги стоял великий город. Крупнейшее поселение во всей Восточной Европе. Центр торговли, политики, науки и искусств. Имя тому городу – Болгар. Колыбель татарского народа и место зарождения ислама в России. Тюркские племена жили на этих землях с незапамятных времен. Более тысячи лет назад они основали поселение, которое вскоре стало крупнейшим центром торговли и культуры на Волге. В 922 году в далекий Болгар прибыли послы багдадского халифа. Письменные источники гласят, что дочь булгарского эмира Алмуша была больна, и исламские миссионеры излечили ее. Эмир был поражен могуществом Аллаха. Он принял ислам, и это дало Болгару новую жизнь. Город стремительно развивался. Росла его экономика, политическое влияние, культура. Очень скоро Болгар стал городом ученых, философов, поэтов и торговцев. Купцы со всего мира везли сюда всевозможные товары. Он был мирным домом для 50 тысяч жителей разных национальностей и религий. Крупнее Лондона и Парижа того времени. Новые науки появились в Болгаре. Астрономы изучали звездное небо, а великие врачеватели исследовали человеческое тело. Много раз Болгар подвергался нападениям. Сначала его завоевал хан Баты, потом его сжег Тимур. И, наконец, великий князь Василий Темный окончательно разрушил город. Жизнь Болгара, некогда могучего и процветающего, угасла. Сегодня древний город Болгар – это один из наиболее популярных туристических центров Татарстана и России в целом. Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно тысячи мусульман прибывают сюда со всего мира. Белая мечеть и памятный знак были построены по просьбе верующих как дань предкам татарского народа. Здесь хранится уникальный экспонат – самый большой печатный Коран в мире. Болгар дорог сердцам татар так же, как дороги строки поэмы великого поэта Кул-Гали. Здесь религии и культуры мирно сосуществуют друг с другом. В Болгар приезжают все, кто хочет прикоснуться к истории и корням татарской культуры. Не только мусульмане и христиане. Каждый должен посетить это уникальное место, чтобы узнать больше о великом прошлом, увидеть настоящее и стать свидетелем нового будущего Болгара. Древний город Болгар. Загляните в прошлое, чтобы увидеть будущее.